отборочном туре мне сказали 4 «да», и это было на самом деле очень приятно и неожиданно. Я хочу сказать, что ты, мне кажется, из всех артистов, которые были, самый светлый и хороший человек. Но я не просто бы, например, взял тебя в команду, а если встанет вопрос, я готов тебя купить, поменять, сделать все, что угодно, чтобы ты была у нас. Я не имею права сказать, что я повлиял каким-то образом на ее музыкальность. Она вот пришла такая, я просто как зритель восхитился и просто помог ей, проложил дорогу, и все. Можно с этим, конечно, будет проиграть, но это будет интеллигентно. Мы сначала хотели делать кавер, да, песню, кавер-версию, но потом я очень сильно признательна Виктору Яковлевичу, опять же, за то, что он дал нам спеть нашу песню, потому что, конечно, кавер хорошо можно сделать, но все-таки что-то свое нести хочется уже. Песня, которую Таня будет петь на четвертьфинале, она началась с мелодии, которую мне Таня включила. У меня первые ассоциации были с каким-то медленным вальсом, возможно, карусель с огнями. И потом начали рождаться слова и строчки. На сцене хочется быть собой, не преодолевать себя, а наоборот подарить свое сердце зрителям, потому что это судьба, и как будет, так будет.